Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Уже долгое время с левой страницы наблюдаю за людьми в соцсетях. Это девушки. Это малознакомые девушки и толком незнакомые, которых я знаю, а они меня нет. Разве что видели друг друга. Я за ними наблюдаю, смотрю все их публикации, вообще почему-то их жизнь мне очень интересна. Меня вдохновляет их внешность. Если что, я гетеросексуальна. Просто слежу за ними с левой страницы. Иногда мне кажется, что это очень странно следить так за людьми, с которыми толком не знакомы, да еще и втихаря. Это нормально вообще? Почему у меня интерес к ним? Что лучше сделать в такой ситуации? Смотрите. Я думаю, что на первые два вопроса ответить можете только вы. А нормально ли это и почему у вас к ним интерес? На оба эти вопроса мы ответить не можем. Мы не знаем. А можно, конечно, погадать, можно, конечно, попредставлять, да, можно вполне. Вот, но это будет, на мой взгляд, не совсем уважительно по отношению к вам. Вот. А вопрос в том, нормально ли это для вас? То есть, ну, если вы так делаете, значит нормально. Вот. Другой вопрос, что вы себя стыдите. Другой вопрос, что вы себя, ну, несколько подавляете, что ли, в этом контексте. Вот, это да, это другой вопрос. Он действительно есть, этот вопрос, он действительно присутствует, вот, и вам на это нужно обратить свое внимание. К вопросу о том, почему у вас к этому интерес, я думаю, тоже можно обратиться с точки зрения вас самой. И спросить у вас самой, а в чем вам это интерес, чем? То есть, ну, вы же как-то чувствуете, я полагаю, этот интерес вы же не просто так это делаете, правильно, вот, вы это делаете, ну, скажем так, строго определенно, вот. Вы это делаете, ну, потому что вам как-то этого хочется, да? Вот, то есть вы это делаете, ну, скажем так, опять же, достаточно осознанно, вот, в смысле того, что, ну, вы так действуете вполне определенно. Вот. Я полагаю, ну, я так подозреваю, я так полагаю, да. Вот. Ну, то есть у вас какой-то интерес есть, совершенно точно. Какой-то интерес, вот это вот то, что нужно выяснить, я так полагаю, то, что как раз может, ну, может стать, в принципе, предметом психотерапии, вот. На мой взгляд. Это то, что может быть, скажем так,
предметом рассмотрения. Вот. Для психотерапии. Вот. Ну, ваш аспект, чтобы понять. Вот откуда этот интерес? Понимаете, да? Значит, что делать в этой ситуации? Ну, в этой ситуации лучше пойти, опять же, на психотерапию, вот, дабы последовательно в себе разобраться. Вот. Значит, что я увидел? Во-первых, вы как будто бы сравниваете себя с другими. Вы говорите о том, что у вас вдохновляет их внешность. Вот. То есть вы прямо говорите о том, что вас вдохновляет их внешность. Их внешность, если она вас вдохновляет, вот, то это означает, что, ну, что вы как-то сравниваете себя с ними, вот, и как бы, ну, вот, представляете себя ими, когда сравниваете себя. Вот, и на какое-то время вот, вам это дает какой-то заряд позитива, вот, на какое-то время вам это дает энергию, и вы находитесь, получается, в таком слиянии с ним, вот, потому что вы хотите быть ими. Это сравнивание, вот. Отсюда, на мой взгляд, вытекает, что естественным образом, вытекает то, что у вас заниженная самооценка, вот. И естественным же образом вытекает то, что вы недовольны собой. Вот. Ну, как бы, вам, условно говоря, да, интереснее наблюдать за ними. Вот. Интересно наблюдать за этими людьми. Вот. Ну, за теми, за кем вы наблюдаете, вот, чем жить своей жизнью, к сожалению. Вот. А как так получается, да, каким образом так получается, нужно как раз смотреть, нужно выяснять, где вы обесцениваете, скажем так, свою жизнь, вот. Ну, конкретно, где вы обесцениваете себя, вот. И дальше уже, на мой взгляд, смотреть, вот, и корректировать, да. Вот, но в целом это, конечно, история именно про то, что как-то своя жизнь, ну, ваша жизнь, да, вам вот не особенно привлекательно, так вот, так можно сказать. Вот. Ну, корректируется ли это? Да. Да. Это корректируется. Это корректируется. Это
оно выправляется, это приводится в тот вид, вот, чтобы равноправие было. Ну, это нормально, что вам хочется быть лучше, это нормально, что вам хочется чего-то достигать. Вот, это все нормально. Вот, просто вы выбрали путь вот такой, да? Ну, несколько, а тот путь, он, скажем так, деструктивный, во-первых. И, во-вторых, он изолирует вас от людей. То есть, ну, изолирует вас от тех, вот, с кем бы вы могли, ну, контактировать, вот, к сожалению. Вот, поэтому тут очень важно эту историю для себя проработать, вот, и больше контактировать с окружающими. Для этого нужен интерес к вашей жизни. Вот. Для этого нужно, чтобы вы начали интересоваться своей жизнью. Вот. Ну и чтобы вы пришли к тому, что а чего же я-то хочу вообще? Мне-то что нужно вообще? Ну, вот, в чем, как бы, ну, в чем я-то нуждался вообще? Ну, вот, тут вот такой примерно вектор работы будет. Вот, само собой. Что это, ну, постепенная история, то есть, ну, само собой, что не все сразу, вот, само собой, что вы будете сопротивляться, вот, само собой, что вам будет как-то что-то не нравится. Вот, это вполне нормально, это естественно. Вот, но если хотите измениться, то необходимо, конечно, начинать психотерапию, да? Вот, то, что вы сейчас обратились за помощью, вы молодец, большая, вот, правда, большая молодец, что, ну вот, что обозначили проблему, да, что, ну, что решили про нее, про эту проблему поговорить, вот, вы молодец, ну, это вот первый такой шаг, вот. А следующий шаг будет вот как раз выбор специалиста и начало работы с ним. Вот. А всего вам самого доброго, удачи, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь.